Выступление Рамзана Кадырова во время матча в Грозном теперь будут изучать эксперты премьер-лиги и футбольного союза. Сегодня делу пообещали дать официальный ход. Это означает, что реплика главы республики прозвучит в интересах расследования еще сотни, если не тысячи раз. Тем не менее, при всей очевидности ситуации, спортивные руководители не рискуют прогнозировать, чем завершится дело. Ведь когда-то сам глава РФС Николай Толстых, будучи руководителем московского «Динамо», не стеснялся устраивать арбитрам обструкцию. Функционеров выслушал Антон Кириллов. Долгое неспортивное эхо Рамзана Кадырова, прозвучав по телевидению, понеслось в интернет. А теперь сакраментальная «судья продажная» будут служить руководители российского футбола, чтобы решить, какое наказание назначить. Если мы раньше, лига и службы соответствующие, выясняли, кто там банан пронес, кто бросил, кто что-то сделал, здесь нарушитель налицо, как говорится. Надо просто принять те меры, которые прописаны в наших документах. Просто принять меры совсем непросто. Денежный штраф для главы республики не наказание. Можно лишить телек зрителей на один или несколько матчей. Но в футбольных кругах к этой строгой мере отношение неоднозначное. А не наказывать тоже нельзя. Остальная армия болельщиков не поймет такого избирательного отношения. Я еще не знаю, куда будет передан. Либо КДК, либо в комитет по этике, либо еще куда-то. Но решение будет обязательно. Почему? Потому что отожу. Все поняли, что произошло некое нарушение. Уважаемые коллеги, конечно, недопустим в связи с тем, что мы там идем в Европу. И человек понял, ну эмоции есть эмоции. Сам Рамзан Кадыров после матча извинился, но так, будто он и не собирается брать свои слова обратно. А потом уже перед камерами заявил, что готов понести любое наказание. Ну я приношу свои извинения перед футбольным миром, не перед судьей. Тем временем болельщики, да и сами судьи, в сотый раз просматривая повтор того момента, не находят никаких ошибок в действиях судьи Михаила Вилкова. В России он один из самых перспективных арбитров, которому уже присматривается УЕФА. Сам Вилков комментариев пока не дает, ждет решения РФС. Даже оно у меня с собой здесь, в этих документах, правила поведения. Значит, где говорится о том, что мы не рекомендуем и более того, мы запрещаем после матча давать какое-либо интервью действующим лицам, судьям, инспекторам. До этой встречи Михаил Вилков дважды обслуживал игры с участием Терека. В 2010 году грозненцы при нем проиграли. Рефери показал 4 желтых карточки, все футболистам Терека. В 2011 судил матч «Спартак-Серик», ничья 0-0. 4 предупреждения, по 2 каждой команде. Напомню, что минимум дважды правая рука Кадырова в команде Терек Хайдар Алиев заходил в комнату к судьям и вел с ними весьма нелицеприятный и, мягко говоря, запрещенный не только уставом РФС, но и Уголовным кодексом Российской Федерации диалог. Так что Кадырову по-фанатски было на что обижаться. Третья игра с судейством Вилкова и ни одной победы. С другой стороны, как раз честное судейство команды, на играх которой и соперников били, и арбитрам угрожали, может стать большим плюсом для карьеры самого нижегородского судьи. Ну а глава Чечни, какое бы наказание ни получил, уже вошел в цитатник российского футбола. Наряду с «Let me speak from my heart» от Виталия Мутко. Антон Кириллов, Максим Ашихмин, Тимур Тимербулатов, Владислав Лисовский, Пятый канал.